Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала с медовым спасом. Вас поздравляю. Медовый спас желаю жизни сладкой, как мед душистый с пастики лесной, души покоя, помыслах порядка, для сердца радости и мира над землей. Друзья, вы уже попили чай? Сегодня медовый спас с медом. А мы уже попили. Вот у меня была банка, мы купили цветочный мед у своих знакомых, чистый, хороший мед, друзья. И что хочу вам сказать, мед очень вкусный, вот я буду разливать, а вы посмотрите по структуре, хороший мед или нет, друзья. Как вы храните мед? Я храню мед. Вот, смотрите, какой мед. Так, разливаю по баночкам. И сюда. Так, все это стечет, друзья. Видите, натуральный мед, он не должен обрываться от струи. Вот, смотрите, как льется. Так, все это сейчас банку я поставлю в тарелку и пускай стекает. Друзья, вы скажете, нельзя хранить мед в морозильной камере. Можно хранить, друзья. Конечно, можно. И даже нужно при заморозке мед не потеряет своих полезных свойств. Но стоит учитывать, что если температура будет превышать больше, чем минус 35 градусов, то мед, конечно, начнет терять свои полезные свойства. Поэтому я, друзья, вообще каждый год вот так разливаю. Не каждый год, друзья. Это третий год только. Вот как мне сказали, вот мы открываем. И через минут 5 вот мед вот такой же, как только, как будто этот, из пасеки только. В общем, пишите, как вы храните мед, и вас всех с праздником. Так, вот так закрываю, друзья, и уношу в морозильную камеру. В общем, если кто-то скажет, это неправильно, но вы смотрите сами, а я так вот буду делать. Так, все, уношу в морозильную камеру, друзья. И мы пойдем сейчас на улицу, будем собирать малину. Друзья, вышла я к малине. Вот, мне надо тут поработать и собрать малину. Вот, посмотрите, вот такая малина у меня. Вот, шикарная. Вот, видите, ветки прям на земле. Мне их надо все поднять. Сейчас я все соберу, всю малину. Вот, в дуршлаг. Я каждый день собираю по чуть-чуть. Посмотрите, сколько малина тут. И она у меня лежит. Потому что я подвязывала, вот с тяжестью падает. Сейчас я пойму, как надо, тут привяжу. Вот вам покажу. Вот там малина у меня, тут. Тут вот они пропали. Вот видите, такой кустик. И вся малина, вся, друзья, вся. Малина у меня шикарная. Вот, посмотрите. Вот такие они крупные. В общем, крупные. Малина очень крупная. Ну, где-то и мелко ищешь. В общем, собираю малину. Ставлю вот здесь, в конце. Здесь у меня вот малина, вот забор. И там все. Тут у меня облепиха, слива, алыча, абрикос посадила. Там огурцы, тыква. И там уж... В общем, вот так, короче. Сейчас, друзья, соберу и дальше буду снимать. Так, друзья. Вот собрала малину. Сейчас две банки компот закрою. Пока на улице хорошо, так свежо, как бы этот, как будто дождь пойдет у нас. Выйду там этот лук до плиту. У меня чуть-чуть осталось. Вчера попросили показать помедленнее. Показать, как я плиту, в общем. Все, друзья. Сейчас быстренько компот сделаю. У меня банки готовые уже. И выйду. И покажу. Вот такие две баночки компотика из малины.